Ой, уходим, уходим, уходим. О, -о, 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 -о взорвались. А монашка где? И монашка тоже всех я взорвал. <с parar> Капец, вот они все здесь лежат. И всем привет, дорогие друзья. Вы на канале Дмитрий Розе. Мы сегодня будем продолжать играть в игру под названием Evil Nan 2. Версия у нас 1.1.6. В сегодняшнем видеоролике мы попытаемся пройти главу номер 2. Мы ее сегодня пройдем. Называется она «Это война». В прошлой серии мы проходили главу номер один, это химический эксперимент. Мы, значит, усыпили нашу монашку и гусей с помощью... Гусей. Курочек этих мутантов с помощью Пушки взрывной вот этой вот Которая химикатами их вырубила В сегодняшней серии мы будем взрывать их С помощью бомбежки Перед началом видеоролика попрошу вас подписаться На канал если вы этого еще не сделали ага, Вот поставить лайкусик, написать коммент, ссылочка на плейлист игры, на игру, на дискорд сервер и на донат, у кого есть желание, возможность поддержать мне денежки, буду вам очень сильно благодарен. Также по ходу видео будет кодовое слово, за написание которого в комментариях вы от меня получите сердечко. Ну что же, мы стартуем, поехали. Так, играем мы, значит, на режимчике легко, легко, мы на легком режиме пытаемся пройти эти все главы. 24.50 у нас пароль. И мы двигаемся, мы двигаемся, значит, в классы, чтобы у нас активировалась глава «Это война». Классы открываем. Открываем, хорошо, это война Мы погнали и будем проходить Выбора нет, надо избавиться от этих курмутантов Сто процентов надо от них избавиться, конечно же Обязательно мы от них сегодня избавимся. Первым делом нам, конечно же, надо найти рисунок, рисуночек тот, который нам укажет путь к ящику, который у нас будет краски, да, рисунок у нас, по-моему, если я не ошибаюсь, где-то находится здесь, вот он этот рисуночек, смотрим на него, получаем, значит, доступ к ящику, который у нас краской э, теперь указан, где-то он здесь, нам надо еще линейку найти, линейки я пока что не вижу, сейчас мы будем ее находить, а вот у нас линейка, и надо еще найти плюс ключ от теплицы, ключ от теплицы, ключ от теплицы, надо найти, пока что не видно, Зато видно уже шкафчик, который нам указан краской, да, показан нам. Есть у нас еще и ключ от теплицы. Хорошо, 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 хорошо. Чечно. Сейчас мы идем, значит, вниз. Бросаем там где-то линеечку. Можно даже, наверное, спуститься по этой вентиляции, бросить линейку или даже ее уже вставить в механизм, чтобы это у нас был рычажок такой, своеобразный рычажок, и взять уже ключ от теплицы. Я вне ролика немножечко поиграл, можно сказать, чтобы это все вспомнить дело, и чтобы потом мне было легче э, играть, да. Поэтому мы сейчас забираем еще ключ от теплицы. Здесь мы пока что с классами заканчиваем наше путешествие. Пока что мы с классами наше путешествие заканчиваем. Я не знаю, правда, есть здесь гамми уже или, или пока что никого. Монашка у нас была, да? Возле двери с монашкой мы только что прошли. Тик-тик-тик-тик-тик. Дальше идти опасно, но мы же рисковые. Мы же рисковые. Кто не рискует, тот не пьет шампаз... шампанского, да? Как мы знаем. Берем ключ от теплицы, идем уже в сад. И идем уже в сад. В саду у нас будет, значит, щипчики, и у нас уже будет лопата. Или наоборот, или будет там лопата, а щипцы у нас где-то будут заныкаты в другом месте. Сейчас мы это тоже все будем разбирать, проходить. Проходить, разбирать, обходить. Можно пока что, кстати, собрать только бомбу. Щипцами пока что еще заниматься нам рано наверняка. Где у нас лопата? А лопата у нас. Здесь вообще ничего не было. То есть я даром ключ от теплицы искал. Лопата у нас где-то тут заныкана. Поблизости. Да ты что? Я даром ключ от теплицы взял. Но ну, ничего страшного. Что ж уже поделаешь, не судьба видно. Видно, не судьба. Видно, не судьба. Никого не видно. О, есть ключ. Ключик мы уже первый желтый получили. Хорошо, уходим, значит, открывать уже в церковь ключики эти. И здесь, кстати, где-то должна еще быть отвертка. Поэтому я не знаю, мы наверняка ключ бросим сейчас здесь, а потом пойдем еще за отверткой. Отвертка у нас же еще где-то должна быть заныкана. Ключ бросаем, заходим. Заходим, заходим. Отвертка нам нужна. Отверточка, отверточка нужна нам срочно. Отверточка где-то она у нас была, я помню. Мелькала у меня перед глазами. Вот она, отвертка. Есть, взяли. Взяли отвертку и идем уже с помощью этой отверткой. Все, сейчас будем фурычить, открывать. Фурычить, открывать, фурычить, открывать. ням 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 ням, -ням. Идем, значит, в церковь. Церковь. Открываем ее. Ура, ура, ура. Бац. Я помню, тут надо было ломом открыть церковь, да, раньше. Сейчас же у нас это поменяли в этом обновлении, которое было у нас сколько? Полгода назад. Где-то так, где-то так у нас. Это все было. Давайте мы ключи поищем, что ли. Ключ первый есть. Так сказать, по своим делам. Будем сейчас ломом там, наверное, открывать шкаф, да, в классах. Вот. А потом уже придем еще раз сюда. Потом еще раз сюда придем. А где же? А где же синий ключ? Пока что непонятно. Ладненько, спускаемся вниз. Если непонятно, надо нам уходить, потому что я уже видел монашку. Потому что я уже видел монашку. Уходим. Так, уходим в люк и идем на чердак за ломиком. Можно было, конечно, металлоискатель взять на чердаке, но это, я считаю, излишнего. Это слишком много времени мы на это потратим, чтобы еще этот металлоискатель перетащить, потом его юзнуть. Короче, очень-очень много всякой всячины, всякой всякой всячины. А, значит так, зачем мы сюда поднялись? За ломом. Мы сюда пришли за ломиком. Есть. Идем теперь в классы, в классы. Давайте нажмем напоследок. Почему бы и нет? Чтобы они сюда пришли все. Ага. Все у нас безопасно. Ничего себе, мы, конечно, шкафчик открываем. Очень-очень стрёмненько Сломанные часы. Сломанные часы. Сломанные часы. Можно еще напоследок нашуметь. Да, перед тем, как мы будем уходить, обязательно надо нашуметь, чтобы они сюда пришли. Чтобы они сюда пришли. В люк. Спускаемся вниз. Спускаемся вниз. Па -па -ра -па -ра -па -па. И пришли сюда. Бросаю пока что здесь. Это. Сам беру желтый ключ. Мы идем пока что ключами будем заниматься в церкви. Идем для начала ключами будем заниматься в церкви. А там уже будет видно из этого всего, что мы там дальше будем делать. Ключик номер один. пура -пу пум Пу -ру -пу -ру пум А где же синий ключ? Меня вот еще синий ключ настораживает. Где он у нас запрятан? Как вы думаете? А вот есть синий ключ. Все, дело в шляпе. Дело в шляпе, можно сказать. Да, но не говори гоп, пока не прыгнешь, как говорится. Как говорит одна народная мудрость. Поэтому мы пока что еще не радуемся, потому что все у нас может измениться только так. Только так, по щелчку пальцев, да? Только по щелчку пальцев может все измениться. Тик, 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 тик. Красный ключ, красный, красный ключик наш. Хорошо. И идем уже открывать последнюю вот эту вот э, дверцу, заслоночку, заслоночку. Открываем. Берем динамит. Динамитик, берись, берись, а то сейчас монашка придет. Ой, гами. Да, блин. Сейчас они все прибегают сюда. Сейчас они все ко мне поприбегают. и это плохо. И это очень плохо. <связывая> а, что? Под карту я улетел. Это жесть. Вы это видели вообще? Две попытки у нас остается. Капец. Жесть полнейшая. Это тупо жесть. Фух, это тупо жесть, конечно. Невероятная причем. Невероятная жесть. Ладно, беру часы. Иду на чердак. Две попытки у нас остается. Ой-ой-ой-ой-ой. А куда я на чердак припёрся? приперся? Мне же надо в церковь, ё-моё. Почему она там была в этом проходе? Что она там забыла? Я надеюсь, у меня динамит же под карту не убежал. Да, если убежал, это немного проблематично, потому что хотелось бы, чтобы у нас все компоненты были. Да, вот он здесь. Капец. А что она здесь была? Она отсюда пришла из этой двери. Ужас. И ей вот не лень вот это вот ползти. Слушай, монашка, ты чего? Ты чего буянишь? Ты чего буянишь, монашка, а? Чё ты буянишь, негодяйка? <свят> негодяйка монашка буянит. Три из трех. Я помню, у меня был баг, что я здесь мог сидеть. Меня не трогал никто. Вот тут очки. Я помню, это был такой баг у нас. Если я здесь буду шуметь, они будут приходить сюда. И будет ли работать у меня сейчас этот баг, что они меня на этом пьедестале не могут поймать? Как вы думаете? Будет работать этот баг или не будет? Или не будет. Может, надо открыть им дверь? Эй, курочки. Или они меня избьют? Мы попробуем, мы попытаемся. У нас еще плюс эксперименты к этому всему. Курочки. Нет, они меня не трогают, видите? То есть это безопасно. Это все у нас безопасно. Баг жесткий. Сейчас монашка еще поход припрется с гами. Если это так будет, то это хорошо. Алло, Первая курочка есть. Пришла. А вторая где? И вторая тоже здесь. И вторая тоже здесь. И чё? Монашка будет здесь или не будет? Пробуем сейчас их взорвать. Или не будем рисковать? И гами здесь. Ой, жесть. Капец. Сейчас еще и это придет, монашка. Сейчас придет и монашка. Нам это на руку. Нам это на руку, дамы и господа. Смотри, три курочки. Три курочки здесь. Монашка, ты ли там? Или тебя там нет? Что мы делать будем, дамы и господа? Мне уже страшно становится. Мне уже страшно. Монашка здесь или не здесь? Давайте уже взорвем эту бомбу, да и все. Или что? Или не будем? Рисковать. Я даже не знаю, что нам делать. Ой, уходим, уходим, уходим. О, взрываем. Жесть, ужас, ужас, три курочки здесь. О, -о, -о, О, взорвались. А монашка где? И монашка тоже. Всех я взорвал. <с latency> Капец, вот они все здесь лежат. Топчик, топчик. 24.50, у нас пароль. Все, мы как кум королю. Всех взорвали за один момент. Этот баг у нас рабочий, пользуйтесь. Сидите туда в угол, шумите, пока не придет ни мон... и монашка, и Гами и все-все-все. Потом уже со спокойной душой взрывайте. Идем сюда, выключаем. Раз, и выключаем. Два. И выключаем 3. И выключаем 4. Да, да. Есть такое дельце. И дальше нам надо найти щипцы. Щипцы, щипцы, кусачки. А где они у меня? Или я уже моторчик? Нет, моторчик я пока что еще не отсоединил. Этот аккумулятор. Этот аккумулятор у нас пока что еще здесь. А вот они, щипцы. Тут у нас, кстати, закопан какой-то ребенок. Походу, тут и пуговицы, и какая-то челюсть, и кость торчит. Короче, тут уже кто-то до нас побывал, походу. Упс, упс, упс. Удобрение, да? Причем очень жесткие такие. Нечеловеческие прям. Нечеловечно так делать. Это у нас такое, такая двухсмысленная фраза. Нечеловечно, но человечно. Короче, жесть. Жесть, жесть, жесть. Мы идем на чердак. Подсоединяем моторчик. И потом мы будем идти... Значит уже открывать кость, там это все скидывать морожку, тудым-сюдым. Сейчас мы этим всем будем заниматься. Сейчас мы этим всем будем заниматься. Моторчик, есть такое дельце. И погнали уже, соответственно, значит, костью скидывать морожку. И получать, получать концовку уже, наконец-то, да? Взрывную эту. Взрывная концовка получится у нас. Взрыв, Взрывная концовка получится у нас. Идем сюда. Очень быстро мы, кстати, справились. Да, 17 минут. Это у нас очень такой хороший быстрый результат, честно говоря. Можно считать очень быстрый результат. 24.50. Наш пароль 24.50. Ну-ка. 24.50. Есть. Открылся. Прям соскочил. Соскочил этот замочек, как миленький, как настоящий. Живой какой-то э, интересный человечек. Этот э, замочек. Замочек. Значочек, замочек. Замочек, значочек у нас уже упал. Так, морожку я скидываю сейчас. Давай. Давай есть. Скинули. Можно кость уже выкинуть. Она нам не нужна. Аккуратно спускаемся. Можно даже на реакцию монашки посмотреть. Сейчас она придет посмотрит, что никого нет. Или она уже посмотрела. О, пришла. О, и что? Она там нашумела или что? Или не сработало ничего, не понял я. Ну, вроде бы должна сработать. Я же морожку скинул. Все у нас работает на высшем уровне. Она испугалась нас, прикиньте. Прикольдес. Прикольдес, конечно, полный. А, так, мы идем на чердак. Будем уже ждать, значит, там монашку. Другую монашку, та, которая любит морошку пожирать. Та, которая любит морошку пожирать, монашечка. Тик, 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 тик. Тут у нас был, кстати, металлоискатель. Тут у нас кувалда спрятана в этом шкафу. Очень такая интересная отсылка, да? Очень такая интересная отсылка. Все, мы здесь сидим. И мы ждем, когда же у нас придет эта монашка. Мы сейчас будем ее пугать. Пугать, пугать, пугать этой лампочкой. И получать, значит, уже, соответственно, что? Правильно, ключ. Правильно, Ключ. Так, все мне видно. Можно даже без этого стеклышка, а то это стеклышко, оно только занимает время. Пока ты его найдешь, пока вставишь. Можно вот так вот на стол залезть, там все видно под этим джойстиком нашим. Можно сказать, что все видно. Так, ну что, о, мороженчик приехал, хорошо. А то я думал, что уже она там что-то передумала, испугалась, я ее напугал, она уже не хочет никакого мороженого. Но нет, но нет, она мороженого до сих пор желает отведать мороженка. Вкусного мороженка. Так, звонит он в звоночек. В звоночек наш. Соливанчик, соливанчик, звоночек. Позвонил. И выходит монашка. Осматривается. Ключ она опустила или что? Что за дела? Что это было такое непонятно вообще? Что-то она там поднимала, что-то непонятное. Значит, там мороженое беру. Мороженое, пирожное. Забирает коробку. И мы ее пугаем. Боц! Все, уронила ключики. Вы активировали рычаг. Боже мой, где ключи? Куда я их уронила? Ну ладно, пойду покушаю мороженого. Эти ключики, конечно, хороши. Но мороженое тоже никто не отменял, как говорится. Погнали. Погнали. Сейчас ключ получать и будем уже сбегать. Кстати, монашка и курочки исчезли, как вы думаете? или остались там, потому что они в химическом эксперименте, они исчезают. Текстурки куда-то за карту улетают или вообще куда они исчезают, я не знаю. Вот в химическом эксперименте они у нас исчезли, а тут ли исчезнут, пока что непонятно. Исчезнут они или нет? Ставьте ставки. Я думаю, все-таки исчезнут, что они не останутся. А вы пишите тоже свои мнения в комментах получаем ключ ключик 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 получаем ну прикольная игра выполнена реально классно с душой тут такие текстурки все прям до мельчайших подробностей проработаны тут и мох есть э, возле этих плиточек да все сделано на высшем уровне упс за картой видно все за картой видно небо за картой видно все спускаемся сюда мы Избегаем. Избегаем. Надеюсь, они же не попросят добавки, чтобы я их опять взрывала. То это будет, конечно, фиаско небольшая такая, да? Все, они пропали. Они у нас из игры пропали. И монашка, и курочки эти все, они у нас исчезли. И мы сбегаем. Открываем замочную скважину. Открыть дверь, открыть дверь. Есть, все, пошла у нас концовка. Смотрим на эту концовочку. Как она у нас выполнена. Потому что в прошлый раз у нас монашка сама бежала, а тут ли будет сама или будет Гами, как вы думаете? А ну-ка, тоже сама. Что за беспорядок? Что за беспорядок? Походу курочек мы все убили. Рано или поздно я Ой, пр мой, мой, мой. проведу обряд. Нужно лишь найти подходящие ингредиенты. А я помню, что Гами у нас же бежал к этой монашке. Она же его звала. Гами, come in. it's cold. Типа, иди ко мне, на улице холодно. То есть у нас разработчики реально сделали так, что мы убили этих гамми. Или превратили, наверное, в курочек, получается, в этом обновлении. Ну ладно, на этом мы уже будем заканчивать. В следующей серии мы уже окончательно пройдем Монашку 2. Возможно, еще какие-то серии я засниму. Интересные сниму по этой игре. В следующей серии мы будем уже играть на игре. Ой, на игре, в главе. Боже, уже начинаю заговариваться. <с> -пора>, Пора заканчивать видеоролик. Будем, значит, мы а, проходить игру... Значит, значит, чудо-рецепт На этом все, ставьте лайки Подписывайтесь на канал, пишите комментарии С вами был я, Дмитрий Мы сегодня играли в группу названием на 2 Ссылочка на плейлист игры, на игру На дискорд-сервер и на донатик Это все есть у нас В описании под видеороликом На этом все, всем удачи И до скорой встречи, а то я уже начинаю заговариваться Все, увидимся в следующем видеоролике Всем пока-пока